Актер Андрей Гайдулян рассказал о причинах разрыва супругой Дианы Ачиловой. Как утверждает артист, расставание произошло по обоюдному согласию, информирует «Комсомольская правда». Звезда сериала «Универ» полностью погрузился в работу. Он уехал покорять Голливуд, пробует силы в ресторанном бизнесе. Планирует Андрей Гайдулян участвовать в съемках и в России. Также актер сообщил в интервью представителям прессы и о причинах расставания с женой. В ноябре 2017 года разрыв Андрея с Дианой активно обсуждали поклонники. «Мы развелись, никто никому не изменял, просто мы решили расстаться. Так случается, это жизнь», – подчеркнул артист. По словам Андрея, он является сторонником семейных ценностей, но с супругой создать идеальные отношения не получилось. Напомним, Андрей Гайдулян и Диана Ачилова официально зарегистрировали отношения в сентябре 2016 года. Свадьбу пара откладывала из-за лечения артиста. Как известно, в 2015 году у Гайдуляна медики обнаружили рак.